Я считаю, что это параллель. То есть 24 апреля, когда мы собираемся, говорим, что не должно быть геноцида, и сейчас мы, армяне, считаем, что вчерашний мирный митинг, вчерашнее восстание, которое сделали так, что премьер-министр ушел в отставке мирно, это тоже будет пример всех народов на земле. Если есть какие-то непонимания между народом и властью, должно быть именно так мирно. Так что это привело к результатам и тем, и ту сторону, и другому. Всех это устраивает. Самое главное, да, мы считаем, что все должно закончиться мирно. Человеческие жизни должны быть дороги. Потому что мы иногда должны все оставить в сторону. Политические игры какие-то, я не знаю, какие-то, может быть, коммерческие идеи, межгосударственные, между другими народами. А человеческие жизни, я считаю, должны быть в первом месте. То, что показали вчера армянский народ в Армении, во всем мире, которые поддерживали вот этот митинг, мирный митинг, показали миру, что можно изменить какое-то направление, скажем, которое не нравится народу, мирным путем.